Про чемпиона мира по боксу Майка Тайсона когда-то было сказано: по нему плачет клетка в зоопарке. Железный Майк и впрямь оказался хищником. 28 июня 1997 года в матче-реванше с Эвандером Холлифилдом Тайсон откусил часть уха своего соперника. Это случилось в третьем раунде, когда Тайсон уже явно проигрывал. Окровавленный Холлифилд скачет от боли, Тайсона отводят в угол, бой прекращают, победителем объявляют, естественно, Холлифилда. Откушенный кусочек на ринге найдут, пришьют на место. Одна кондитерская фирма выпустит печенье в виде ушей. Кусачего Тайсона штрафуют на 3 миллиона и лишают боксерской лицензии. Правда, через год с небольшим его простят.